Да? Да, The Rabbit, кстати. The Rabbit. Это Twitter, The Rabbit Flash. А, кстати, я сегодня выпустил ночью для флешбилдера 4.7 плагин, который позволяет менять Adobe RSDK. То есть не надо заходить в папочки, копировать. Вот. И его там флешдейли должны двигать. Кто-то ругал меня, что фишка бесполезная, там мне там не занимает труда записать новые SDK, там потратить 2 минуты. Не знаю, меня американцы даже уже задонатили за это, все, все были довольны. Хорошо. А, у меня еще есть блог gamespowered.by.com. Я там немножко про флеш пишу, немножко про все остальное, но исключительно в рамках того, с чем я сталкиваюсь в процессе своей работы. Угу. Я проверяю, как меня видно. Мы транслируем онлайн. У нас там уже человек 5 есть. А если сделать бесплатную трансляцию, будет больше. Ребята, объявляю, что с этого момента бесплатная эта трансляция. Так что те деньги, которые вы собирались нам заплатить, можете даже не переводить теперь. Все эти тысячи долларов мы отказываемся. Не платите себе. Переведите раненым на самом деле. Типа чай еще, да. Знаете что, теперь, ребята, есть видео, есть звук, да? Подтвердите, пожалуйста, там в чате. Да, все есть. Спасибо. Спасибо. У нас продолжается сессия, которую мы называем «Блиц-доклады». Или сеанс флешерства. Флешеры, они же, как вы знаете, в переводе с английского, это экзибиционисты. То есть люди, которые показывают себя, как они есть. Но мы в хорошем смысле имеем это слово в виду, конечно. То есть мы просто имеем в виду, что мы люди, которые не комплексуют. Ну, знаете, мы живем в таких городах, вот уже, ну, в наших вот этих всех широтах. Только сейчас начали появляться реально раскованные люди, там хипстеры всякие. А то мы просто десятилетиями жили в какой-то такой серой реальности. Наконец-то на нас схлынула волна каких-то безумцев, фриков. Вот, наконец-то, да? Не всем это нравится. В общем, прошу вот этого человека сейчас. Давай. Представляйте. Привет. Меня зовут Александр Мостовой. Не знаю, я флеш. Вот не важно, чем занимаюсь. Я, когда флеш впервые в жизни много-много лет назад увидел, я в него влюбился. И даже если я никогда не буду заниматься флешем, я все равно буду считать себя флешером. И даже если не буду ходить в пальто, ну вот флеш — это любовь всей жизни. Распахиваем. Да. Вот. Касаемо тем сегодняшней конференции, а тем очень много касается HTML5, и уже 10 лет, 10-летнее умирание флеш, ну, я могу сказать, что я, в общем, даже рад, что многие веб-приложения переходят на HTML5, потому что реально, ну, это вот, в какой-то мере удобно, когда одна и та же среда у браузера, ну, поведение у браузера и у... Чем напрягает у меня, например, Flex как пользователя? То есть ко многим вещам, то есть правой кнопкой мыши потянуть тексты, передвинуть, им, они отложились уже на мужичок и очень напрягает, когда ну, ты ведешь, раз, где-то что-то по-другому себя ведет, и как бы какой-то такой внутренний шок происходит, непонятно, не можешь понять почему. То есть, особенно как даже я, будучи флешером, я не мог иногда как бы в шок какой-то произойти. И в этом плане, то есть я очень рад, что то есть, браузер, то есть HTML-страница, она остается HTML-страницей. Но то, что убирают флеш и игры делаются на HTML5, это бесперспективно. Тупо и ничего не показалось. Саня, когда ты об этом доклад собираешь? На следующую встречу. Да я уже делал. О чем? Вот о том, да. То есть ты мог бы подготовить доклад на следующую встречу? Почему бесперспективно? Потому что если усовершенствовать JavaScript, который почему-то называется HTML5, ну ладно, то получится флеш. Правильно? Ну, сделать его компилируемым, сделать ОП, то получится флеш. Ну, по сути, это флеш деградировал до JavaScript.
Ладно, мы сегодня посмотрим, какой я памятил на скрипте. Стакан, то есть флешный, стакан наполнен пустой, да? Сань, спасибо. У нас времени не очень много. Следующий. Да, прямо туда, на подиум. Всем привет. Меня зовут Павел, я работаю в компании Sigma, и я занимаюсь флешом. И ты у нас не первый раз, кажется? Ну да, уже. Маша только сколько? Год занимает? Ну да. Маша на 17. Не жалеешь, что Надя? То есть ты недавно начал заниматься? Да, стажером. Первый раз я попробовал флеш, когда мне было 15 лет. Мы сидели с пацанами, бабушка ушла. Хорошо, скажи, а ты занимаешься... Я буду задавать вопросы. А ты занимаешься JavaScript? Или занимался, или когда-нибудь? Сейчас я занимаюсь JavaScript. Ага. Занимаюсь баг-фиксингом. То есть тебе интересна та тема JavaScript OOP, которая да. сегодня будет? Ясно. Я буду модерировать, ребята. Хорошо. Спасибо, Паш. Отлично, все понятно. Пожалуйста. Меня зовут Дима Тетеревятника, также из компании Sigma. Я флешер лет 8. Флешер рецидивист. Да. Мы в Sigma занимаемся хендлингом, в принципе, все эти Но у нас, в принципе, закрывается. По требованию заказчика, разработка переводится. В принципе, у нас мобайл направление уже есть на наш термин, сейчас доступ направление. А как результат? Подожди, то есть ты тоже... Смотри, на мобайле, мое мнение, что должно делаться на тип. Ну, это такое корпоративное решение. Нет, визуально. Вот команда делает продукт, вот команда делает продукт. Команда на флеше, команда на что-то. Это несравнимо, понимаешь, флеш это же старенький клиент, стабильный, в нем уже все вылезано, а это все новое делает. Нет, вопрос на том, что все рушится, или все работает, и даже можно лучше сделать. Нет, ты понимаешь, что мне кажется, дело не в том, что лучше работает, а вот, допустим, взаимодействие Firefox с флешом, который часто там крэш и тому подобное. Конечному юзеру совершенно плевать, что он делает на флеше, насколько там красиво, если флешплеер будет время от времени крэшить, то сразу... Да, на самом деле, из-за того, что Adobe подзабросило развитие флешплеера, а именно стабилизацию его во всех браузерах, крэши заметны, к сожалению. Chrome пошел хорошо, то что он embedded, там, обновленный флешплеер внутри. Это гениальная идея, все классно. Прошу. Прошу прямо сюда, сюда, на границу синего круга. Вот так, да. Меня зовут Илья Тенгим, работаю с Женей. Погромче. С Ильей Панином. Все работают. Занимаюсь флекс-разработкой, сейчас начал заниматься андроидом. Java под Android. JavaScript вообще не занимаешься. Но я надеюсь, тебе все-таки будет здесь интересно. Ну да. Ты его не слушай. Его заставляешь писать JavaScript? Знаешь, он вот Данила пришел, он спросил у Олега, так тихо говорит, Олег, чем ты сейчас занимаешься? И вот Олег, вместо того, чтобы честно признаться, я сейчас пишу на Java. Он сказал, я занимаюсь Android. Вот этим все сказано. Понятно. Спасибо. Следующий. Да, конечно. Хотя он тебе и будет докладным все равно. Всем привет. Громко, давай, громко. Всем привет. Меня зовут Данил. Я занимаюсь интерпрайзом года 4-4,5. Вот, все говорят про Женю. Я работал с Женей. Было хорошо, было супер. Все время работал на флексе, последние пару лет уже пишу на Java, на Angular.js, на JavaScript. На Angular прямо пишешь? Да. На голом Angular? На голом, на JavaScript. Классно. Ты сегодня об этом расскажешь? Ребят, я расскажу обо всем понемножку. Вот 8 месяцев назад пришлось стать JavaScript разработчиком, я расскажу обо всем по чуть-чуть. И в зависимости от того, кому что интересно, если Angular будет интереснее, мы можем подробно поговорить об Angular, если что-то еще, мы поговорим о чем-то еще. Отлично, у тебя будет доклад, садись. Да. Прошу, да, по очереди. И да. Теперь мы знаем, кто готовится. Привет всем, меня зовут Баграт. Отлично. Я люблю делать игры. Оооо! Мне это самое. Ну, видно? Да, хорошо. Ну вот с недавнего времени я сейчас нахожусь на стажировке в Sigma. Кстати, спасибо от Росту. Мне? Да. За что? Я вот на Flash Reaper зашел, и там он сказал мне спасибо.
тебе 50 баксов от HR. Было, что Sigma ищет разработчиков. Я им отправил резюме, и они мне позвонили. Вакансии на флеш-потрошители. Они работают. А нам еще два человека. Ребята, один человек устроился в YouTube. Правда же? Google или YouTube? А Google и YouTube это ведь вы знаете одно и то же. А кем? Второй устроился. У него тоже там рядом где-то. Уже через флеш-потрошитель люди прямо на работу попадают массово. Приходите на сайт FlashRipper, размещайте вакансии. Я обещаю, что буду... Так, кстати, к вопросу о социализации. Я тоже очень... То есть Facebook там упоминал, я тоже скажу по этому поводу. Хорошо. Значит, ты попал на работу в Sigma месяц назад или два? Две недели назад. Отлично. И на конференцию пришел, мне тут нравится тусовка. А сколько раз ты заходил на эту страницу про вакансии? Один раз. Удивительно, ведь эта страница стала одной из самых посещаемых за последние недели. Да? Я не знаю, я сначала... Может быть, ты рефрешил ее? Не мог поверить, что такая классная вакансия. Ну, я зашел сначала с этого. А там остались вакансии, Рост? Там еще нам два человека. На сайте флеш-потрошителя осталось еще два места под вакансии. Платных. А потом уже ну, сами подеваетесь. За деньги. Баграт, а ты... Место на сервере закончится. Получается, сразу пришел и взяли? Ну, там прошел эти самые собеседования. И на флеш? Да. И ты в очередной раз доказываешь, что флеш может так и работать. Ну, нет, просто конечно. Мы уже дергались флешно, поэтому еще кто стал. Да. Ладно. Спасибо, конференция пытается. Хорошо, Баграт, пожалуйста, присаживайся. Да, спасибо тебе. Всем привет, меня зовут Вова. Привет. Я там два одногруппника украинского авиационного. Так вы еще и хаишники. Да, хаишники. Круто. Да, если... А он еще один. Да. Классно, классно. Хорошо, Вова, давай про себя. Про себя я тоже увлекаюсь, ну, пытался написать на флеш, но я менее успешен, как бы, чем Баграт, поэтому я не работаю. А рассказать мне вам, к сожалению, особо нечего, но я, наоборот, планирую. Благодаря этой конференции хочешь как-нибудь что-нибудь. Приобщиться к программированию. Новое, да? Новое открыть узнать. Вот так. Отлично, спасибо. Вопрос. Да. Ты продолжаешь что-то делать там в виде экспериментов? По эгиде Баграта, да. А, ну отлично. Баграт, я же кажется, тебя на прошлой встрече видел, да? Да, мы еще давно вместе ехали. Не позвонил. Не, просто я помню, что мы реально говорили с тобой, как устроиться на работу. Да? Классно. Мы ехали в Союзе на остановке, еще обсуждали о том, что Adobe, директор Adobe со своим Creative Cloud попал на обложку Fox. Да, хорошо. Пожалуйста. Вот сюда. Вот сюда, чтобы для говорения. Место для сказания слов. Здесь. Немножко ближе. Ну я прямо здесь, меня зовут Влад, я на самом деле я только учусь. Отлично. Учу JavaScript, Flash я когда-то трогал, ковырял. Нарисовал первое надгрызенное яблоко, и, по-моему, на этом мое знакомство с флешем закончилось. Но у нас сегодня будет больше JavaScript. Женя, я не работаю, кстати. Же... Единственный человек, который не работает с Женей. Ну, нет, не единственный, конечно. У нас есть Sigma и те, кто работает с Женей. Еще из циклума есть кто-то. Кто из циклума? Еще не пришел, наверное. Все, кто из циклума, говорят здесь, что не циклума. А это в договоре написано. А вот и будет цикл. Если ты на конференции с циклом, говоришь, что ты не цикл. Да. Нигде никогда не говоришь, что ты с циклом. Да. Ну хорошо. Следующий. Пока идет этот человек, скажу вам, что это один из самых наших. Это уже дедушка. Так сказать. Здравствуйте. Старинных участников. Акимов, кто не помнит. Вот, я. Давно занимаюсь всем этим около флешом, вот. Но я больше все-таки художник, аниматор, поэтому я больше флешом занимаюсь. Вот программирование у меня есть, но как только появился Flex, я как-то начал терять интерес к этому всему делу. Стало понятно, что ты уже не туда. Да, там уже тьму таракань началась сложная, поэтому туда уже лезть а не стоит. Вот. На данный момент меня интересует HTML 5. Я все-таки считаю, что игры там можно делать. Нужно только годы. HTML?
ну, на JavaScript, по сути. Только не в том виде... Олег, скажи, а чем ты сейчас занимаешься? Вот, что... Я работаю в компании Nickel Entertainment, лидом, аниматором. Ага. Ну, то есть, ты как был профессиональный аниматор, ты поэтому как бы пути продолжаешь уже 13 идти. Лет, да. Да. И причем мне очень нравится душевность твоих работ. То есть, я... Если у тебя возникнет ситуация, которую я не могу себе представить, что ты без работы, то ты мне только скажи. Я буду везде про тебя говорить. Ну, на данном этапе я просто пришел послушать про JavaScript, потому как мне это чем-то интересно. Надеюсь, что тут будет для тебя интересно, да. Спасибо. Пожалуйста. Всем привет, я Java-разработчик Ярослав, да? Я Java-разработчик SteamDev. Вот, мне интересен Angular, мне интересен Web Component, ECMAScript 6. И я даже частично работал с этими технологиями. Вот. Вот и все. Но ты Java разработчик, не JavaScript. Java разработчик, ага. Ну, часто как бы на JavaScript очень часто пишу разные вещи. А можно вопрос? На Java ты что, в каких областях что разрабатываешь? Ну, Enterprise в основном приложение, интеграция, бэкэнд, вот, фронтенд, ну вот. И это все. Вот десктоп, да? Нет, конечно. Веб? Ну, я имею в виду не под, не под мобильники. Нет. Потому что я слышал, что у Sound Microsystems есть, у Oracle, вернее, есть же виртуальная машина под iOS, на iOS, которая работает. Ой, я не знаю насчет этого направления, но вообще они там сильно рулят, что JavaFX у них там вышла. FX, которая. Ну да, что она там типа будет уметь все, но я тоже с ней не знаю. JavaFX у нас уже 4 года флекс убивает. Ну, FX старый, он требует Java, а Elixir поставили. Ну, конечно, стоит, но Java это CC-шка новая, она без Java. Так а что страшно, Java ставит? Да ну ее, она потом начинает постоянно обновляться. Но можно выключить обновление. Потом там еще несколько программ. Вот когда Java все, я стараюсь не ставить. Я заметил, это даже по себе. Я вроде бы не боюсь Java и писал даже на Java. Ну, пропел чуть такой. На Pins, Eclipse. Ее громоздкость, конечно. Да. Мешает уважить. Ну, Рос, наверное, я тебя буду расстраивать сейчас, да? Давай, я наверное, расскажу. Спасибо, спасибо. Сейчас я представлю тебя. Ведь получается, что сейчас у нас будет блиц-доклад, переходящий прямо в доклад. Ну да. Потому что первым большим докладом у нас есть доклад JavaScript. Возможен ли он в ООП и возможно ли ООП в JavaScript? Ну все знают, что возможно. Главное как. Все возможно. Как, ребята? Вот этот человек, который да. Расскажет о себе слова. Да. Приходи сюда, расскажи.